Всем привет! Вы на канале Ната Лайф, и я рада приветствовать вас у себя в гостях. Ребят, бывали у вас такие дни, когда финансы поют романсы? У меня сейчас именно такой период, ну а готовить все равно что-то надо. Поэтому я по коробу поскребла, по сусеку помела и наскребла кое-какие продукты. Сегодня собираюсь сделать небольшую запеканочку. Итак, приглашаю вас к себе на кухню, и мы с вами приготовим вкусную, аппетитную, ароматную запеканку. Итак, погнали! Друзья, для нашей запеканки нам понадобится все, что найдется у вас в холодильнике. У меня есть немного макарон в запасе. Это и будет основой нашей запеканки. Небольшой кусочек колбаски, один помидор, 2 яйца, лучше взять больше, штуки 3-4, будет вкуснее. Просто в моем случае у меня их всего 2. Специи у меня это орегано, испанская соль и небольшой кусочек сыра, натертого на терке. Макароны отправляем в кипящую воду и варим до готовности. А пока варятся макароны, нарежем нашу колбаску. Колбаску нарезаем на небольшие кубики. Помидор нарежем на полукольца или кольца, как вам больше нравится. Наши макароны сварились, промываем их холодной водой. Теперь взбиваем яйца, добавляем испанскую соль, все хорошенечко перемешиваем. Добавляем нарезанную колбаску, следом туда отправляются наши отваренные макароны. Все хорошо перемешиваем. Берем форму для запекания и смазываем ее растительным маслом. Выкладываем в нее нашу яично-макаронную массу. Сверху кладем помидорки. Посыпаем все орегано. И последний штрих. Посыпаем все тертым сыром. Отправляем в духовку на 180 градусов минут на 40. Наша запеканка готова! Вот так, друзья, из простых продуктов мы с вами приготовили вкусное и аппетитное блюдо. Готовьте на здоровье! Всем хорошего дня и отличного настроения! Ну, а мы с вами увидимся очень-очень скоро в следующем видео. Пока-пока!